Озвучил Зозя. Че? Так холодно! Еще немного дальше! Куки! Ты в порядке? Ребята, ты не можешь здесь заснуть. Открой свои глаза! Это была моя идея проделать весь этот путь сюда. Простите. 6 часов назад. Это должно быть где-то здесь. Где? Где лучшее мороженое во вселенной? Ребята, посмотрите туда. Похоже на облачную планету. Ты прав. Мороженое, я так рад. Давайте туда отправимся. Это облачная планета? Ух ты, так круто. Здесь все настоящие десерты. Просто подождите, я отведу вас на самый вкусный десерт на свете. Серьезно? Кимми не может ждать. Просто поверьте мне. Ну что, пойдем? Да, да. Пойдем. Вперед, вперед. А где это мы? Так странно, я уверен, что это здесь. Что? Это похоже на паутину, осторожнее, ребята. Тимми уже застрял. Оно такое липкое. Та-та тоже влип. Это шоколад. Будет плохо, если мы упадем. Ребята, будьте осторожны. Держитесь крепче, подожди, я буду держаться за тебя. Я упаду. Медленно и плавно. Ой, а почему мы остановились? В чем дело? Бананы. Они ведь смотрят не на нас, да? Может быть. Я думаю, они смотрят на нас. Бежим! Подождите меня! Я ничего не вижу. Та-то милару нет. Мы почти пришли. Куки, может, нам стоит вернуться? Что это такое? Нет! Куки! Куки, вставай! О нет, а что нам делать? Ребята, посмотрите! Это мороженое! Что-нибудь сладкое должно помочь! Куки! Ты в порядке? Смотри, мы наконец-то нашли мороженое! Правда? Мы волновались за тебя, Куки! Извините, ребята, вы всегда рядом, поэтому я хотел сделать что-нибудь для вас. И все же я не хочу, чтобы ты пострадал. Все в порядке? В любом случае, смотрите, как круто! Интересно, насколько это будет вкусно! Так... Давайте попробуем! Куки, ты лучший! Так сладко! Здесь абсолютно все мороженое! Даже облака! Как даже облака могут быть с мороженым? Это потрясающе! К тому же, вы можете бросить его вот так! Шоки! Я знал, что это была хорошая идея прийти сюда. А ну иди сюда! Слушай фанфики по BTS без регистрации и СМС на моем втором канале Зозя, озвучка фанфиков, по ссылке в описании.